Данное видео предоставлено сайтом онлайн gdz.net. Учебник Rainbow English, 5 класс, автора Афанасьева. Unit 4, часть 4, step 7, шаг 7, exercise 10, упражнение 10. What words can help you to describe a circus show? Какие слова помогут вам описать шоу в цирке? И у нас есть слова. Давайте их прочитаем и переведем. Bright – яркий. Funny – смешной. Unusual – необычный. Wonderful – прекрасный. Colorful – красочный. Fine – отличный. Interesting – интересный. Pleasant – приятный. Sunny – солнечный. Busy – занятой. Dangerous – опасный. Friendly – дружелюбный. И вам нужно выбрать здесь слова, которые вам больше всего нравятся, чтобы описать представление в цирке. И я выбрала такие слова. Bright – яркий, funny – смешной. Unusual – необычный. Wonderful – прекрасный. Colorful – красочный, fine – отличный, interesting – интересный и dangerous – опасный. Вы можете выбрать свои слова. Такое простое, легкое задание. На этом все. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Если остались какие-то вопросы, то оставляйте их в комментариях к этому видео.